Всем привет! Вы смотрите видео на канале Easy Gadget. И сегодня я вам хочу рассказать про петличный микрофон Audio Technica ATR3350. Но это, наверное, единственное видео на этом канале, которое будет вообще без любой какой-то звукообработки. Никаких компрессоров, эквалайзеров, вообще ничего, даже музыки здесь не будет. Будет чистый звук, так как я пишу этот обзор на этот же микрофон, и сразу вы слышите его звук. Ну и сразу же перейду к характеристикам. Чувствительность данного микрофона минус 54 дБ. Вес 6 грамм, диапазон частот от 50 до 18 тысяч Гц. Длина шнура 6 метров, и питается данный микрофон от батарейки LR44. Это такая таблеточка. Ну и сопротивление микрофона 1000 Ом. Сразу же хочу сказать про батарейку. Она вставляется вот в этот бочоночек, который идет задним микрофоном, то есть он вот эта часть идет в микрофон, а следующая идет прямо в камеру. И в принципе все такие особенности данного микрофона на этом и кончаются. Просто обычный микрофон с выходом 3.5 джек. Но еще я вам хочу показать сцены на улице, как этот микрофон там звучит. Ну вот пример записи звука в таком плюс-минус тихом месте. То есть где-то там далеко, не знаю, или вам видно, где-то едет машина там на склоне и идет маленький такой снег. Там где-то капает вода с крыши. И я вот стою, говорю вот в этот микрофон. Также могу вот говорить прямо в него. Я думаю, так звук будет еще лучше. Еще раз повторюсь, я звук не буду обрабатывать вообще никак. Это будет звук, который пишется прямо на камеру. Итак, максимально зашумленное место. Микрофон, вот он здесь. Проезжают автомобили, ходят люди. Вот автомобиль. Шаги, опять же, еще одни шаги. То есть вы понимаете, как оно будет звучать на микрофоне. На улице. Сейчас плюс-минус так, не плюс-минус, темно. Но я просто вам хочу показать, как оно будет звучать ночью, днем, пофиг когда, на улице, в обычной обстановке, при максимальном таком шуме. Как-то так. Вот еще раз проедет автомобиль. Я стараюсь что-то говорить, чтобы оно было... Как вы будете через него говорить. Данный микрофон поставляется в такой вот коробочке. Ничего особенного, обычная коробка. У меня есть только поп-фильтр, сам микрофон, прищепка. Ну, естественно, батарейка. Я еще, конечно же, себе докупил пару штучек на всякий случай. Но у меня еще не села даже та батарейка, которая была в комплекте. Я уже пишу до нее довольно-таки долго. Также я один раз забыл выключить микрофон, так как здесь есть переключатель. Ну, если вы не снимаете, можно просто выключить, и батарейка не будет садиться. То есть было снято много видосов на нее, и она работает. Сейчас я нахожусь у себя в комнате, поэтому может быть легкое эхо. Ну и вы можете оценить звук с микрофона. То есть даже вот если когда я шевелюсь, что-то делаю руками там, так вот делаю. И вообще качество звука данного микрофона. Ну а вы смотрели видео на канале Easy Gadget. Если вам понравилось это видео, лайк, не понравилось, дизлайк, комментарии. В общем, вы в курсе. Всем пока.